Здравствуйте, с вами программа «День города». Смотрите в выпуске. К юбилею Победы в Ухловском районе установили памятник и разбили сквер. Первый – медовый. О традициях Спаса в православии расскажем далее. Спонсор выпуска ООО «Рязань Медтехника». Стоматологические наконечники «Фотон» и «Зубр» от российского производителя в магазине «Медтехника» на Есенина 72/2. Высокоточное производство на швейцарском оборудовании с использованием российско-австрийских материалов обеспечило европейское качество по российской цене. В наконечнике завода ФХ «Тайфун» встроена блокировка обратного всасывания, что снижает риск перекрестного инфицирования до 80%. Наконечники «Фотон» и «Зубр» – оптимальный выбор для здоровья пациента. Магазин «Медтехника» на Есенина 72/2. Телефон 270707. 270707. Запчасти и гарантийный сервис в Рязани. Реализация инициативных проектов в регионе продолжается с успехом. Сквер у памятника воинам-фронтовикам в селе Погореловка Ухловского района теперь одно из любимых мест для всех окрестных жителей. Его благоустройство стало возможно именно благодаря реализации программы местных инициатив. Еще недавно здесь был луг с густыми травами, и вряд ли кто-то из жителей Погореловки мог представить, что однажды это место станет центром притяжения всего села. В ходе подготовки к грядущему юбилею Великой Победы у жителей возникла мысль установить памятник. Получилось так, что изначально родилась идея, чтобы появился памятник. Местные жители во главе с Олегом Григорьевичем Мантровым, который является председателем ТОСа «Надежда» в селе Погореловка, загорелись установить памятник. Памятник именно своим фронтовикам, деревенским своим сельским фронтовикам. И работа была ими большая проведена для выявления 300 имен. Итак, идея памятника появилась и оформилась в проект. Оставалось лишь подобрать подходящее место, а вариантов было несколько. Остановились на локации, которая привлечет больше всего внимания. Год мы вынашивали эту идею, и родилась идея, я ее предложила, что вот это место в центре села на улице Левобережная, которое, ну, напрашивается здесь память, здесь холм, и оно просматривается со всех сторон, это место. И вот появилось первое благоустройство, это памятник. Памятник появился в 22-м году, а в этом году обустроили и территорию вокруг него. Здесь создали особенное пространство. Сначала появился проект сквера, отправили на согласование, утвердили, и вот результат. Благоустройство сквера очень нравится, потому что местные жители могут приходить, общаться. Первое – это, конечно, общение. Эстетический поселок очень преобразился. Здесь было просто поле, на данный момент лавочки, качели. Дети собираются, общаются, играют. Детскую площадку можно поблизости поставить. У нас много детей. Хотелось бы, чтобы дети вернулись в будущем, когда вырастут, в свой поселок, чтобы было многолюдно, как раньше. Реализовать удалось, можно сказать, все, но будем продолжать еще благоустройство проводить дальше со сквером. Не хватает вот нам сейчас освещения, вот мы будем хлопотать, столб стоит рядом. Это сделаем, мы сделаем, дело просто времени. Вот. Ну, еще кое-что так, мелочевку, подделку, и цветы еще другие подсадить. Вступая в программу местных инициатив, поддержали нас то, что к 80-летию Победы, и прошли мы конкурс, отбор, и в итоге получилось все. Спасибо подрядчикам, даже раньше времени его установили. Официальное открытие сквера запланировано на 17 августа, в День села. На открытие памятника в 22-м году, вспоминает Олег Мантров, народу было много. Ведь такие моменты очень важны для местных жителей. Общение людей, детей, дружба их. По вечерам гармошка играет тут. Это редкость сейчас услышать гармошку на селе. Приятно. Так что это просто объединяющий такой фактор. На будущее у нас много. Детско-спортивную площадку сделать востребовано, очень востребовано. Детей много, это что-то тут, особенно летом. Я тут не знаю, что о том сейчас тут было. Вот. И очень много у нас идей, и
Ну, факт, что надо пользоваться вот этим программой местных инициатив. Пока не существует. Детскую спортивную площадку местные непременно дождутся. Ведь такие преобразования на радость всем, и взрослым, и малышам. А пока жители наслаждаются новым сквером, который и дальше будут развивать. В планах разбить нижний парк поблизости. Для него уже выращивают саженцы дубков, сосен и гортензий. Сотрудники Росгвардии на регулярной основе проводят проверки хранения оружия на дому. При этом, как отмечают в ведомстве, важно не просто хранить его в сейфе, но и не допускать к ключам посторонних лиц. Здравствуйте. Здравствуйте. Лицензионно разрешительная работа по поводу проверки условий хранения оружия. Проходите. При такой проверке процедура всегда стандартная. Осмотр сейфа с оружием и сверка номеров. Действуют сотрудники Росгвардии строго по алгоритму. Открывайте сейф, документы на оружие, доставляйте оружие. В сейфе у Александра Лукина 4 единицы оружия. Каждый осматривают и сверяют номера. Процедура может и не быстрая, однако важная. С начала года в Рязани прошло больше 2500 проверок владельцев гражданского оружия. Практически везде, без нареканий. Александр Викторович, теперь в двух местах распишитесь, то, что все хорошо, сейф проверен. Хорошо. Основные правила всегда неизменны. Оружие хранится отдельно, патроны отдельно. Все в сейфе, под замком. Оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность и исключающих доступ посторонних лиц. К посторонним лицам относятся не только соседи, но также и члены семьи владельца оружия. Также ключи от сейфа должны находиться только у владельца оружия, у которого есть документы разрешительные на это оружие. У Александра Лукина владельца оружия двое несовершеннолетних детей, поэтому для него такое правило не пустой звук. У меня есть двое несовершеннолетних детей, которые, ну, как говорится, лазят везде, могут в любой шкаф зайти. Вот. И, соответственно, сейф всегда закрыт, и ключи от сейфа находятся только у меня, ни у кого другого. За нарушение правил хранения оружия минимум штраф. Бывает, что и с конфискацией. В этом году до такого пока не доходило. Трепетно владельцы оружия относятся к его сохранности, и посторонних лиц не допускают. О том, как семьи готовятся к школе, мы уже не раз рассказывали в наших репортажах. Однако о подготовке самих школ куда реже. И того меньше об оборудовании дорожной сети, подъездных путях и так далее. О требованиях к дорогам у школ далее в сюжете. Больше 200 детских садов, дошкольных учреждений и школ, которые инспекторы дорожного надзора госавтоинспекции региона должны проверить. Обычно такие проверки стартуют в августе. Задача – убедиться, что территории вблизи учебных заведений соответствуют нормативным документам. Проверяют с помощью специального оборудования. Если дорожная сеть нормативам не соответствует, то принимают меры административного реагирования. Согласно нормативным документам, на участках уличной дорожной сети, которые прилегают к детским общеобразовательным учреждениям, должны присутствовать следующие технические средства организации дорожного движения. Такие, как дорожные знаки, дети и пешеходный переход должны быть изображены на щитах со световозвращающей пленкой желто-зеленого цвета. Должны быть установлены дорожные знаки, искусственная неровность и ограничение максимальной скорости. Также должен быть обязательно установлен светофор типа Т7. Это желтый мигающий для привлечения внимания всех водителей. Должно быть оборудована искусственная неровность, пешеходное ограждение, должно соответствовать освещение и дорожная разметка. О недостатках, говорят, хватает. Чаще всего это стертая дорожная разметка, ограниченная видимость дорожных знаков и дефекты покрытия дороги, то есть ямы и выбоины. По каждому нарушению составляется административный материал и передается в работу. Задача, которая ставится перед исполнителем, привести подъездные дороги к школам в нормативный вид. Об этом же говорил и губернатор Рязанской области на заседании правительства. Чуть больше 2 недель осталось до 1 сентября. Поэтому подходы к школам – это приоритет. Все, что касается школ, подготовки к учебному году, и в том числе всех подъездных и подходных путей. Смотрите, пожалуйста, еще раз внимательно. 2 недели – это еще вот тот срок, за который можно многое успеть сделать. Сейчас все проверки окончены, необходимые материалы переданы исполнителям. И инспекторы дорожного надзора госавтоинспекции региона следят за устранением этих самых нарушений, чтобы 1 сентября плохими подъездными путями не омрачать. Первые иконы датируются 6 веком. На Руси это изобразительное искусство появилось с принятием христианства. О том, по каким канонам пишут лики святых, расскажем в следующем материале.
Екатерина Деркач пишет иконы всего несколько лет. Сначала занималась в творческом кружке при храме, потом обучалась искусству в мастерской профессионального художника-реставратора. Постоянная практика в написании икон и изучение святых писаний пробудили желание реализовать свой талант во благо другим, признается девушка. Так, 2 года назад при храме Покрова Пресвятой Богородицы и появилась вот эта вот иконописная мастерская. Творчество не должно просто идти в стол. Всегда творчество. Человек хочет отдавать что-то людям, потому что вот этот обмен энергии, обмен радости, любовью, он важен для всех. Это духовный обмен, это одна из духовных составляющих творчества, потому что важно не просто творчество, важен источник этого творчества. И мне захотелось сделать что-то в церкви и для церкви. И поэтому, конечно, так как Господь нам дает таланты, вверенные нам, как в притче о талантах, мы не должны их зарывать. В этой мастерской Екатерина проводит целые дни. Здесь девушка пишет иконы сама и учит этому других. Православные иконы каноничны как по своей сути, так и по способу создания. Каждая деталь в них наделена смыслом. Есть стиль, можно сказать, греческий, византийский. От него произошел русский стиль. Он более графичен. Да, там есть немножечко другие условности, другие правила. То, не что мы изображаем, а как мы изображаем. Больше это ближе к графике. Есть академический стиль, живописный, но и там, в любой манере исполнения важен канон, важны правила, по которым мы отличаем святых, евангельские, библейские сюжеты. Художник должен писать иконы не на основании своих домыслов, а согласно церковному преданию. Канон с греческого языка переводится как норма. С давних времен и по сегодняшний день иконописцы опираются на византийский иконописный канон, который датирует 8 веком. Так, например, особые требования в иконописании касаются цветов и света, положение фигур и символов. Причем многие каноны едины для всех стилей. Мы изображаем Спасителя всегда. И вокруг головы у него нимб. У Спасителя нимб в православии принято изображать с перекрестием. Крест, перекрестие, означает крестные страдания и символ нашего спасения. На этом кресте изображены, как правило, буквы. Омикрон, омега, ню, которые означают греческое слово «сущий» в совокупности. Что такое «сущий»? Это то, во что мы верим. С другой стороны, канонические догмы охватывают лишь основные моменты. В нюансах же у мастера есть достаточное количество вариантов для реализации своих фантазий и собственного видения. Екатерине нравится работать темперой, а вообще в современном иконописании художники используют и акрил. Свечение икон мастер добивается позолотой, которая представляет собой сусальное золото, нанесенное тонким слоем на особый состав. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 14 августа православный мир отпраздновал первый из трех существующих спасов – Медовый. У Медового спаса много названий. Его называют первым, мокрым, спасом Маковеем, лакомкой и медовым праздником. Медовый спас – первый из трех, что отмечают христиане. За ним следует еще яблочный и ореховый. Такое название у праздника не случайно. Оно пошло из древности. Раньше считалось, что именно до этого дня обязательно нужно собрать мед, иначе его заберут пчелы с других пасек. Соты из уля с самым богатым урожаем люди относили в храм на освящение, а затем часть меда пасечники забирали себе, другую же оставляли в качестве подношения священникам. С тех пор прошло много времени, но верующие все еще освящают урожай. Некоторые даты в народе и в православии именуются по-разному. Как отметил митрополит Рязанский Михайловский Марк, правильное название Медового Спаса совсем другое. Правильное название этого праздника – это изнесение древ чеснага и животворящего креста, потому что в древности в Константинополе именно с образом, именно с частью древа крестного ходили вокруг города, ходили для того, чтобы эпидемии успокоились, для того, чтобы Господь отвратил напасть. В древности август месяц ценили по-особому. Это был период, когда спадала жара, из-за которой распространялись вирусы, бактерии, а с ними и болезни. И как раз в те времена в Константинополе разбушевалась эпидемия. Ни врачи, ни знахари не знали, как спасти жителей города. Тогда приняли решение взять из храма Святой Софии частичку креста, на котором распяли Иисуса, и осветить ей местные водоемы. После этого болезнь отстала, а у верующих появился культ воды. Считалось,
считалось, что если окунуться в реке или озере, то можно смыть с себя все грехи. Но после 14 августа летние купания прекращались, потому что вода становилась холодной. Нередко в нашем народе можно услышать другое название, связанное с медом. Это название вызывает удивление, потому что Господь наш Иисус Христос, Он, конечно, не медовый, не яблочный, не ореховый. Поэтому будем стараться следить за чистотою наших слов, так, чтобы наша вера не тонула в этом бытовом православии, бытовом восприятии православия. Хоть у людей и церкви разное отношение к приметам и поверьям, медовый спас связан со многими традициями. На Руси в этот день было принято купаться самим и мыть скот, а также освещать колодцы. Еще были приметы для предсказания погоды. Дождливый медовый спас к затяжной осени, а сильный ветер к холодной зиме. Анастасия Арн, телекомпания «Город». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. We'll be right back.